и Александре Гаже. Ну вот и молодые немцы, а Ростислав Синицын, как известно, живет и тренирует в Германии, тоже готовы сейчас продемонстрировать Европе собственное мастерство. Дженнифер Урбан и Севан Лерче из Оберсдорфа, там как раз где Ростислав Синицын и Мартин Скотницкий живут и тренируют, и сейчас представляют нам свой короткий танец. Между прочим, обладатели второго места на чемпионате Германии. Дженнифер Урбан и Севан Лерче. Наверное, так будет несколько вернее говорить о немецком произношении этого немецкого же фигуриста. Мы видим, что тренеры поздравляют друг друга. Действительно, спортсмены откатались очень неплохо. И пока они первые, кто получает четвертый уровень за секцию посадобля. А это, согласитесь, уже очень-очень весомое достижение. На немецком внутреннем первенстве за короткий танец эти спортсмены получили 47,27 балла, что, как вы понимаете, может быть некой точкой отсчета, ибо на внутренних чемпионатах, как известно, оценки чаще всего повыше, чем на международных стартах в случае чистого проката. Чистый прокат, судя по всему, был, ну, для них, во всяком случае, чистый. И вот оценка 47,27 сейчас вполне может быть превзойдена на чемпионате Европы. Вообще, в чемпионате Германии, если говорить о парном катании и танцах на льду, участников совсем немного, практически столько же, сколько в Японии. Там иногда бывает по одному дуэту в том и в другом виде. Но вот, в частности, в танцах Дженнифер Урбан и Севан Лерче стали вторыми вслед за Жиганшиной Гажей и опередили Натали Рёфельд и Беннета Прайса. То есть там было трое участников, в парах же было и вовсе только два дуэта. Мари Вартман, Аарон Ван Клифф, которых мы на этом чемпионате Европы, естественно, увидим, а также Минерва Фабине Газа и Нолан Зегер. Честно говоря, я не помню, будут они присутствовать здесь или нет, но, судя по всему, должны. Да, да, будут они в списке участников есть. То есть все участники чемпионата Германии среди спортивных пар попали на чемпионат Европы, так как две позиции у немцев есть, благодаря успехам Алены Савченко и Робина Шелко. Ну вот и немецкие танцоры тоже
пока получает очень высокие оценки. В первую очередь оценки за технику, но все-таки, судя по текущей ситуации, до Тран Амбрулявичуса не дотягиваются, потому что судьи все же пересмотрели селекцию Пасадобля и поставили ее лишь только третьим уровнем сложности, равно как и Твизла. А арбитры еще немножечко их отминусовали, и то, и другое. И частичную дорожку шагов тоже по минусам прошлись. Так что 43,7 балла, но зато за компоненты получили больше литовцев. Немцы и сейчас возглавили таблицу. Мартин Скотницкий и Ростислав Синицын могут быть довольны. Они первые.